Пустующий символ Екатеринбурга, гостиницу и сеть, оживят художники. Ее номера и холлы станут холстами и главной экспозицией третьей Уральской индустриальной биеннале. Это чудовищно сложное пространство для организации выставок. Оно вообще совершенно не подходит для организации выставок. Тем, наверное, оно для нас и интереснее, потому что, ну, я думаю, что куратор сможет найти какие-то очень интересные ходы, как с этим работать. В любом случае, нас это очень вдохновляет. Главная задача кураторов – отыскать новые образы и смыслы, поэтому искусство вынесут на улицы. С помощью паблик-арт горожанам предложат посмотреть на Екатеринбург, как на большую выставочную площадку. Третья Уральская индустриальная биеннале современного искусства состоится осенью следующего года. Ключевой темой станет мобилизация, как призыв изменить окружающее пространство. По традиции, современное искусство захватит и уральские заводы. Например, Ирбитский мотоциклетный, СССРский фарфоровый и Каслинский завод художественного литья. Кроме того, акцент сделают на опыте азиатских стран. Так в Екатеринбург приедет куратор из Китая.